В один из новых микрорайонов поселка Юбилейный Ирина Абызова переехала с семьей меньше года назад. Молодую маму устраивает все – комфортные условия, хорошая детская площадка. Рядом школа и, конечно, детский сад, куда совсем скоро пойдет маленький Захар. Есть даже филиал поликлиники. Его открыли благодаря помощи депутата Государственной Думы Николая Панкова. Вот только принимают здесь взрослых. Детей же родителям приходится возить за несколько километров в основное медицинское учреждение. Микрорайон очень новый, проживает более 50% молодых семей с маленькими детьми. И поликлиника, она просто жизненно важна. Вот у нас, например, подошла очередь в детский садик. Нам необходимо пройти медицинскую комиссию. Поэтому, если откроют детскую поликлинику, это будет здорово. С просьбой посодействовать в появлении филиала детской поликлиники жители поселка Юбилейный обратились к Николаю Панкову. Воспользовались случаем, когда депутат приехал посмотреть, как работает новое взрослое отделение 20-й поликлиники. Многодетная мама Наталья Айдарова рассказала Николаю Панкову, с какими трудностями сталкивается каждый раз, когда надо малышей показать врачу. Есть проблема, неудобство далековато в 20-ю поликлинику, скажем так, добираться с детьми. Хотя ходит транспорт, опять же, эти маршрутки, но хотелось бы, чтобы здесь открыли филиал для детей. Николай Панков заверил, не оставит эту проблему без внимания. Вместе с врачами и строителями направился посмотреть возможные помещения, где было бы наиболее удобно разместить детское отделение поликлиники. Самым подходящим вариантом оказался первый этаж жилого дома, который находится рядом с недавно открытым взрослым филиалом медучреждения. В любом случае, если уже сделали поликлинику, отделение для взрослых, детскую в любом случае надо делать. Мы даже сейчас шли. Идут мамы с колясками, не с позиции даже, что холодно, там в дождь, а даже то, что далеко и неудобно, то есть от дома. Но сейчас наоборот надо делать все, чтобы приблизить все услуги по месту проживания сделать. Парламентарий уверен, что с открытием детского филиала удастся решить ряд проблемных вопросов. Не только сделать доступной медпомощь для маленьких жителей микрорайонов – Цветочный, Березка, Изумрудный, но и сократить очереди в основной поликлинике. Екатерина Заграничная, Никита Развожаев, Денис Злобин, Саратов, 24.